Ладно, Пашок, что в этом ютубе? Пойдем. Не-не-не, стой, давай в Симпсоны. Симпсоны. Так какие Симпсоны, ну, Симпсоны тема вообще, давай. Так... Симпсоны, да включай. Да не, фиг тебе, слышишь. Какие, слышишь, я тете расскажу. Паша, ты задолбал уже. Давай, включай. Да нет. Давай. Нет. Так будем смотреть вообще тему. Зачем эту игру, блин? Стрелялки. Если бы на хотя бы двоих было. Стрелялки, мы развиваем свои способности. Какие способности? А вот вдруг я с Кастасусом хочу сказать. Экранные способности, блин. Ну давай Симпсоны включим. Да ну, нет, Паш, давай лучше в игру поиграем. Что ты ломаешь? Стоп, по очереди. Давай так, чтоб честно было. Я 20 минут, ты 10 минут. Чё, какое честно? Давай тогда, давай. Я 20 минут, а ты 10 минут. Не, Паш. А чё? Сейчас давай, вообще договоришься. Тогда Симпсоны давай. Да какие Симпсоны? Ну что, мы будем втыкать вот это Симпсоны, да. Смотреть? А что, мы будем втыкать стрелялки смотреть вот было? Давай Симпсоны, говорю, включай. Давай. Что ты ломаешься? Паш. Короче. Будет по-моему. Какой по-твоему? Давай включай Симпсоны, говорю. Мальчики, сейчас урок интеллектуального развития. Дима, ты не спишь там уже? Я не сплю. Трындец, Паш, надо было меньше говорить, блин. И не поиграли, блин, из своих Симпсонов, блин, не посмотрел. Шоу-гу, Паш. Да, блин, Витя, мы бы сейчас не успели и в стрелялки поиграть, так что не надо тут, понятно? Все, мы успели, конечно, надо, ага. Мальчики, что сидим? Я что сказала? Урок. Встаем, быстро. Ну, Валентина Ивановна, урок. Не секунду. Витя быстро отключил. Пашенька встал и позвал девочек. Так там же дождь, ноги промочу, тетя. Дорожка сухая. Какой дождь, Паша? Почему я? Пусть Витя сходит, пусть Витя. А что я должен идти? Ты что, самого рыжего нашел? Так, что? Давай, ты что, мальчики, что, тишина. Что? Тебе что, тяжело мне помочь? Выключил компьютер, пошел быстро звать девочек. Я за книжками. Что вообще будешь звать девочек? Не знаю. Слышишь, давай Диму подпишем. Давай. Пускай его он зовет. Да, пошли. Да, все, пошли. Пошли. Дима. 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 Димочка мой. Это ваша мама. Да чё вы смеетесь? Это мне мама подарила, потому что я за ней скучаю. Я теперь буду не всегда ходить. Это еще Валюха не видит. Ну, короче, Дима, короче, тебе сказали пойти девочек позвать. А я на урок. Чем? Кто это такое сказал? Тётя сказала. Тётя сказала, да. Дима, чтобы всё, он давай, пошёл. Давай. Да. Всё, давай, давай. Всё, давай. Фух, получилось. Вечно меня подписывает. Камилочка, ну мы просто посмотреть. Я просто так обожаю ключики. Они все такие разные, такие разная форма, разной длины. И вот так еще брушат. Поэтому можно посмотреть. Камила, просто посмотреть. Вот, молодец. Давай, давай, неси сюда. Смотри, какие они красивые. Нет, Валентина Ивановна говорила, никому не давать ключи. Да короче, давайте эти ключи просто у нее заберем. Чего мы с ней цацкаемся? Согласна. Камила, если ты нам сейчас не отдашь ключи, тебе же будет хуже. Камила, мы себя втроем как защепочем. Да, это точно. Я щепотки не боюсь, понятно? Так что можете мне не угрожать. А, не боишься? Ну смотри, Камила, окей. Девочки, давайте. Камилочка, отдай сумку похорошую. Давай. Нет, нет, я не сумку. Девочки, девочки, успокойтесь. Давайте собирайтесь, Валентина Ивановна вас позвала на урок. В чем хочу, в том и хочу, чтобы вы что не слышите. Я говорю, Валентина Ивановна спасала всех на урок. Давайте собирайтесь. Повезло тебе. Какие могут быть уроки? Мы в лагере, мы должны отдыхать. Ну так мне сказали, я вам передам. Давайте быстрее. В темпе. Спасибо, Лунтик, спас. Да не за что, давай. Видовка, а не прическа? Четкая. На попугай. Слышь, какой попугай? Это сейчас модно вообще-то. Девочкам нравится. Это куда модно, ты? Это модно. А у тебя вообще ничего, что это такое? Подумай. Это мужская стильная прическа. Вот это стиль, а вот это что такое? Это не стиль. Это модельная стиль. Прическа. Модельная. Ты просто ничего модельная? Не понимаешь. Вот это. Девочки. Идите сюда, идите сюда, чтобы подойдите. Выходи. Ой, ты дурак! Девочки! Мальчики! А? Вы девочек позвали? Да, позвали! Да не вы! Тишина! Тишина! Что случилось? Он
Да я просто, чтобы проснулись. Все, успокоились. Поднимаемся все наверх, урок. Дебил! Давайте бегом. Я сейчас приду и будем проводить урок. Рассаживайтесь там. Давайте сваливайте, нужны. Давайте. Сейчас прям. Слышишь? Да что ж такое? В школе нет мне покоя, здесь покоя нет. Успокоились. Что ты вообще сидишь? Успокойтесь. Да блин, Паша. Успокоились? Ну, наконец-то. Когда мы уже начнем этот урок? Итак, Дориан Грей, Оскар Уайльд, глава вторая. Анна Валентина Ивановна, мы же в лагерь приехали отдыхать, а не слушать этого вашего Грея. Валентина Ивановна, давайте лучше какой-то фильм посмотрим. Да, давайте. Валентина Ивановна, так можно посмотреть фильм «Дориан Грей», там такой актер красивый. Как Лунтик? Камила, отстань. Нет. Фильм посмотрите потом. Но нужно послушать, что я прочитаю, и потом записать, потому что мы вашу память так никогда не сможем развить. Итак, в мастерской они застали Дориана Грея. Он сидел за роялем спиной к ним и перелистывал шумановский альбом «Лесные картинки». «Что за прелесть! Я хочу их разучить», — сказал он, не оборачиваясь. «Это что такое? Из-за погоды, что ли?» «Давайте их мне на время, Безил». «Валентина Анна, а давайте я вам кофе сделаю. Вы тогда спать не будете хотеть и читать будете лучше, не зевать». «Знаешь, Лерочка, сделай правда кофе, что я вообще спать сильно хочу». «Да, хорошо». Ой, на чем я остановилась? Итак, да, если вы сегодня будете хорошо позировать, Дориан. Ох, надоело мне это, и я вовсе не стремлюсь иметь свой портрет в натуральную величину, возразил юноша Капри. Все испортили. Где мой кофе? Ушла и пропала. Тетя, похоже, она забыла, как кофе делать. Может, я пойду и помогу там? Ну, все. Ой, давай, Пашенька, только бегу. Все, хорошо. Так, не спим, продолжаем. Офигеть, я так и знал, что ты будешь кофе сама пить, а не тетя сделать. Потому что у меня мозги работают, и я знала, как не свалить. Так я же тетя. Будешь писать? Конечно, буду. Валентина Ивановна, можно, пожалуйста, сходить в туалет? Так уже хочется в туалет, ну прям уже не могу терпеть. Валентина Ивановна, я тоже хочу очень сильно в туалет. Можно я с Дариной? Девочки, только бегом. Тогда сочинение будем писать. Мальчики, проснулись, слушай меня. Мальчики, слушай меня. Ну ничего, не сможете мне удовольствие познакомиться с нами, мистер Грей. Погнали. Я просто не хотела слушать. Дурочки, реально, пусть сидят и слушают этот бред Валюты. Ага. И это по-другому Лунтика. Блин, это что это было? Дима такой один, скажем, спорили такой смешной. Я не поняла, где вы все пропали? Быстро кофе мне неси, Лера! Я сейчас как спущусь, так всех сам же поднимаю. Что вы делаете? Упряжемся, пусть короче. Но они вообще учиться не хотят. Валентина, они, наверное, пошли купаться в бассейне, потому что на вас и на ваше чтение им все равно. Какой бассейн? Бассейн? Да я сейчас такой вам бассейн устрою всем. Сидим, ждем меня. Если бы сейчас там летит от малюки, им, наверное, стреляют. Да, говори. Да. Пойди посмотри, куда она пошла. Все-таки к бассейну.
Все, возвращается. Посмотрел и в беседке, в бассейне их нигде нет. Капец, а куда они тогда могли поныкаться? Предупреждаю! Кто спрятался, выходите по-хорошему, будут у вас проблемы. Валентина Ивановна, они не возвращались еще. Я так и поняла, что не возвращались, они никуда не уходили. Итак, урок буду проводить, значит, с вами тремя. А ну сюда иди. Это что такое? Ты куда меня попросилась? Я в туалет ходила, а потом я вас забоялась и спряталась за... С каких пор за дверью в комнате у нас туалет? А ну быстро наверх пошла. Валентина Ивановна, просто у меня нога зачесалась, я вам кофе поднесла и пиццу сделала, а пиццу Паша покусал и кофе выпил. И вот я побоялась, что вы подумаете, что это я пиццу съела и... Я так не подумала, и кофе я пью без молока. Быстро пошла наверх. Павлуша? Павлушенька, племянничек любимый, выходи, я на тебя ругаться не буду. Тетя, я правда пиццу не ел, ты правильно сказала, это все Лера была. Вот ты где, моя золотка? Ты почему прячешься от меня? Ты куда пошел? Кофе мне помогать нести, Лере? Ну... Быстро пошел. Тетя, прости. Быстрее. Кто у нас там еще не нашелся? Дариночка, выходи, я не буду ругаться. Предатель, ты чего не сказал? Да ты меня сдала, ты сдала. Мои глаза тебя не видели. Я тебя видеть хочу. Дариночка, больше предупреждений нету. Прятаться больше негде. Ты точно здесь! И скорее всего, Дарина, ты в шкафу, выходи по-хорошему! Где была? Потом, потом, все, без слов! Дарина, для тебя будет лучше, если ты нашлась, потому что поедешь домой! Валентина Ивановна, что случилось? Я тут, я в туалете просто была! А, Дариночка, а я уже подумала, что ты как все! Да нет, я там в туалете немного задержалась! Значит так! Павлушенька и Анечка становятся на колени наказания. Тетя, так что я? Ты Леру забыла. Она всю пиццу съела и кофе пила. А я просто за шторкой спрятался и за все. А, точно. Давайте быстро построимся. Аня, что сидим? Так это же Лера. Много разговаривали. Я еще гречки посыпала. Так быстро стали. На колени. Павлуша поднялся, поднялся, сказал, стоим на коленях, а не сидим. Дождик закончился, и ребята, которые молодцы, идут купаться на целый день в бассейн. Ура! Локи, локи, локи! Вот бендельник тоже, он как-то гласный.